Мы что, не можем наконец нанести удар по Лондону? В чем проблема? Не-не-не, только по военным объектам. Ну и по парламенту. На них же собираются дать авиацию, чтобы были нанесены удары вглубь России. При этом они хитро говорят. Нет, говорят, ну мы просто Крым не признаем России. Mm-hmm. А Калининград? А вы нам... Вот что хотите сказать? То есть вы будете определять, что для вас Россия? Не народ, живущий в России, будет определять. Не референдум, не голосование. А вы будете объявлять, что для нас Россия? А мы тогда вообще не будем признавать. Для нас вообще нет Англии. Нет Франции, нет Германии. А есть нацистские государства, объединенные ненавистью ко всему русскому. И давайте уже разбираться по-серьезному. Они считают, что никаких нет красных линий? Окей. Ну, давайте им покажем, что красных линий больше нет. Давайте долбанем. Так, чтобы аж кулак зазвенел. Чтобы в голове у нацистской сволочи от Микрона до Шольца, от Писториуса до Риши Сунака яички поджались так и из ушей вывалились от страха. Может, что-то понимать начнут? Извините за легкий физиологизм.